козлов, комментариев очень много было именно под прошлым роликом, что зря я гоню на Козлова, у него очень большая армия поддержки, такие, знаете, это наш, он, по-моему, из набережных Челнов, это типа наш парень из Челнов, он пробился с самых низов. Вот мое мнение, он до сих пор должен играть на любительском чемпионате набережных Челнов. Это его полностью уровень, я таких игроков очень часто видел на всяких ЛФЛ соревнованиях, на подмосковных КФК. Это вот его уровень. Премьер-лиги.